Приветствую вас. Я думаю, что обратить вам свое внимание нужно на следующий момент. Первое, это то, что ссора происходит, и ссора или конфликт не происходит на пустом месте. Исправлять можно свое отношение и поведение, но не, соответственно, отношение и поведение другого человека. А вот, да, немножко разную, скажем так, категорию. Вот. То есть, ну, хотел бы вот я, чтобы вы это понимали, да? Чтобы вы в этом давали себе отчет, вот, что это вот немножко, ну, такие вот разные вещи. Вот. Дальше. Ваши слова относительно того, что виноваты оба, немного смущают, потому что не виноват никто, поиск виноватых до добра не доводит, как правило, поэтому я бы не рекомендовал именно вот искать виноватых, я бы рекомендовал больше обращать внимание на то, что вы чувствуете. Я бы рекомендовал больше обращать внимание на то, что вам хочется, обращать внимание на то, что вам важно, вот, и на выражение, ну вот, какой-то вот своей позиции, может быть. Да? Вот. То есть это такой аспект, такой момент здесь. Вот. А понимаете, да, что я имею в виду здесь? Дальше. Скука. Ну, я имею в виду вот чувство скуки. Ну, ваше вот чувство скуки. Это про что? Про потребность человека. Потому что мне кажется, не сделать что-то для него, например, выходить, да, а больше вам хочется что-то получить для себя, чего-то вам не хватает, плюс горит обида, и хочется высказать эту обиду ему, но вы, скорее всего, срационализировала свою обиду. То есть вы ее, ну, подавили, возможно, свою обиду. Вот, не позволили ей, своей обиде, разместиться в контакте с человеком.
Вот. Отсюда есть, по-видимому, у вас такое чувство непрожитости обиды, что обида еще горит, что обида еще давит, что вы не прожили этот момент. Что вы продолжаете еще в нем находиться в этом моменте. Вот. А вроде как уже ситуация прошла. Плюс вы на мужчину переложили ответственность и сказали, ну, ты как, когда вот захочешь, ты, значит, давай мне напиши. Вот. Ну, как бы вы ставите его таким образом выше себя. Вот. Не знаю, видите вы это или нет, но очевидно, что так это работает. И, соответственно, на мой взгляд, важно вам это заметить и пересмотреть соотношение ваших позиций. Вот. Ну, просто пересмотреть. В той вы позиции находитесь. Или не в той вы позиции находитесь. Соответствует ли вам эта позиция, в которой вы находитесь? Или не соответствует эта позиция вам? Ну, я имею в виду вот, в которой вы находитесь. Вот. Так что здесь момент такой. С обидами можно поработать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи!